Қайырлы күн, құрметті достар! Насихаттауға лайықты идеялар TEDx сипатындағы интеллектуалды стендап шығармашылық конференциясына қош келдіңіздер! Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в нашем творческом, прогрессивном и уютном пространстве. Сегодняшнее мероприятие проводится на базе областной библиотеки имени Пушкина совместно с Международным ресурсным центром. Интеллектуалды TEDx конференциясы бүгінгі таңда өзекті болған, болашақ мамандық тақырыбына арналған. Қазіргі ғылыми техниканың дамып, жедел өзгеретін уақытында мамандық таңдау маңызды және жауапты міндет. Осыған орай, біздің бүгінгі спикерлеріміз сіздерге дұрыс мотивация беріп, түрлі бағыттағы мамандықты дұрыс таңдауға көмектеседі. Данная встреча, или же интеллектуальный стендап в лучших традициях конференции TEDx, посвящена такой актуальной для всех наших зрителей теме, как профессия будущего. Выбор профессии, тем более в наше стремительное время, это важная и ответственная задача. Но не волнуйтесь, наши спикеры обязательно помогут вам найти правильную мотивацию. Бүгінгі спикерлер осы бағытта жаңадан бастаған және айтарлықтай тәжірибелі ораторлар, белсенді ұстаным мен прогрессивті көзқарасы, ақпарат алу мен берудің озық және өзекті әдістері бар адамдар. Сегодняшние участники – начинающие и опытные ораторы, люди с активной позицией и прогрессивными взглядами, передовыми и актуальными методами получения и передачи информации. Конференцияның басты міндеті – болашақтың кәсіби процестері жайлайтып, табысты адамдардың жеке тәжірибесімен, олардың өмірлік үлгісімен бөлісу. Главная задача нашей конференции – рассказать о профессиональных тенденциях будущего и поделиться личным опытом успешных людей. Шарамызды бастамас бұрын, Серік Кіңкәрдің орындауында керемет ән тыңдасақ. И первый наш сегодняшний спикер Алтай Сербаев. Алтай Сербаев является бизнес-тренером, преподавателем, психологом и режиссером. Он поделится с нами своими мыслями о мотивации, актуальности образования для каждого человека. Дадим слово нашему онлайн-гостю. Ассаламу алейкум, добрый день. Good afternoon, good morning, да? Можно по-английски, good afternoon. Можно спасибо, спасибо. Здравенький булы.
Do you speak China language? Добро пожаловать. Нет, 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 нет. Я там был, там несколько раз, но в Китае. Но я чуть-чуть, там несколько слов знаю. Small, little. Да, very little. Yeah. Так, хорошо. Так, ladies and gentlemen, I'm sorry, I speak Russian. Но я говорю по-русски, но это чуть-чуть тяжело для меня. Поэтому, ну, вы хорошо говорите. Пойдет. Я так думаю, будет все хорошо. Я уже, что я буду говорить, я уже... Наметили. Я собирался, сегодня утром рано встал, и поэтому я уже написал, что я буду говорить, потому что это трудно по-русски, понимаете? Понял. Ну, желаю вам удачи, it's very fine. Ну, а теперь начну я говорить. Итак, дамы и господа, молодежь, меня попросили выступить насчет мотивации, насчет того, что вы хотите стать ораторами, спикерами. Это похвально. Дело в том, что одно из моих направлений – это учить будущих спикеров-ораторов. В свободное время, по субботам, когда я работаю в другом месте, то я учу самых разных и детей, и молодежь, и даже взрослых. У меня, допустим, был взрослый ученик, которому было 50 лет, и ему нужно было выступить на конкурсе и победить. Представляете, 3 проректора, они баллотировались, участвовали в конкурсе, кто из них станет ректором. И председателем комиссии было очень высокопоставленное лицо, и надо было буквально за неделю подготовить профессора. Я сказал, хорошо, я буду вас готовить, но мы будем играть в страшную игру. Игра будет называться Бухенвальд, концлагерь. Только я буду сволочью, а вы будете жертвой. Он согласился, и я начал его гонять. Гонял его жестоко. Он на меня обижался очень сильно. Но в результате на 5-й день он сказал, Рахмет, спасибо большое. И целую неделю я ждал, что же будет. Ну и буквально, представляете, ночью мне позвонил, счастливый, радостный, он сказал, Алике, я стал ректором, то есть я прошел. То есть у меня есть такая методика, я ее называю очень черная риторика. То есть когда я жестоко гоняю ученика, так, чтобы он просто пот пролил, плакал, пугался, кричал, но в конце концов он преодолел барьер. Потому что самый главный барьер психологический, я думаю, Герр подтвердит, это когда человек выходит на сцену и начинается паника. То есть, особенно бывает, это не только у молодых, это бывает и у взрослых. То есть человек готовился тщательно, но вдруг растерялся, забыл какую-то основную мысль, или шпаргалка потерялась, или слайд не включился. Бывает очень много неожиданных препятствий. И еще иногда боятся вопросы. Вопросы иногда бывают тяжелые от публики, тем более в наше время, в 21 веке. Особенно я люблю журналистов некоторых, которые специально приходят на конференции, чтобы утопить человек, который мне нравится. К сожалению, бывает такое. Может, я сам был журналистом, я знаю. Я всегда говорю, бывает белая пресса, бывает желтая пресса, а бывает оранжевая пресса. То есть такая яркая. Пришел, потопил и такой счастливый ушел. А зачем это нужно? Я говорю, не надо бояться. Надо смело отвечать на вопросы. То есть первый момент, надо учиться, знаете, у кого? У древних греков. Именно там считается родиной красноречия, родиной софистики, философии и риторики. То есть я тут не изобретаю велосипед, берете, заходите в интернет, сейчас же модно говорить, Google вам в помощь. Заходите и смотрите, как выступал Сократ, как выступал Аристотель, как выступал, допустим, Демокрит, Демосфен. Чуть позже уже Римская империя, как выступал Цицерон. Кстати, фраза Цицерона, она справедливая. Это именно он сказал. Поэтами рождаются, ораторами становятся. То есть он имел в виду, что поэтом может чаще стать тот, у кого есть склонность к стихам, он от рождения или с детства привык сочинять, у него муза идет. А оратором, в принципе, может стать любой человек, который умеет говорить. Именно говорить. И не обязательно же говорить. У меня была знакомая, она была слабослышащая, она не умела говорить, но она так жестикулировала, так она хорошо объясняла, эмоционально, что мне казалось, что я ее полностью понимаю. Я вообще к чему говорю? О риторике можно говорить очень долго и увлекательно, но преподавая много лет риторику, особенно последние 4 года, когда я работаю с разными учениками и организациями, я пришел к выводу,
что из всех параметров самые главные три параметра. Первый параметр – это харизма, энергетика. То есть любой спикер, оратор должен быть очень харизматичным. Я вот даже отсюда на расстоянии чувствую, что Герард очень харизматичный человек. Вот просто ощущается энергетика. Я думаю, когда Герард выступит, мы это сразу поймем. Да, Герард? Я это просто чувствую. Именно энергия. Потому что если вы будете выходить и выступать вяло, здравствуйте, салам алейкум, меня зовут Алтай, я хочу вам рассказать о том, что сегодня хорошая погода, и все уснут. Понимаете? Или если вы начнете волноваться, вот, да, и все. Это тоже плохо. Это тоже плохая энергетика. Энергетика, знаете, это как это хищник. Это тигр вышел и гордо идет по джунглям. И все джунгли это чувствуют. Это слон, который пересекает саванну, и все молчат. Я вам прямо говорю, тут даже дело не в размерах. Может, маленькая птичка, но создать такой фурор, что все ахнут. Именно энергия, внутренняя энергия у вас должна быть сильная. Тогда все это почувствуют. Это первый важный момент. Второй важный момент в риторике у сильного оратора – это, конечно же, голос. Голос должен быть разный. Верхние, нижние, то есть громко или тихо, быстро, медленно. И эмоции. В голосе должна быть эмоция. Иногда, чтобы пощекотать публику, немножко эмоция злости, эмоция страха, и чтобы создать паузу, эмоция печали и грусти. Эти пять базовых эмоций. Они украшают голос. Потому что если нет голоса, то оратор не оратор. Это просто писатель, даже не певец. Это писатель, это еще кто угодно, но только не оратор. Потому что это все равно, что если у актера не будет мимики. Если у актера нет мимики, он не актер. Его на работу не возьмут ни в одно кино. Точно так же оратор должен обладать прекрасным голосом. И не важно, что кто это, девушка или парень, это взрослый или это молодой. Главное, чтобы это был его особенный голос. По голосу даже узнавали. И третий важный параметр – это, конечно же, словесная импровизация. Как бы вы тщательно ни готовились, пусть даже вы, допустим, завтра будете защищать дипломную работу, магистерскую, докторскую, или вы будете защищать проект, вы тщательно подготовились, что-то взяли с интернета, вас подготовили специалисты, у вас целая команда, у вас прекрасные слайды, музыка, отличная аудитория, но поймите – все мелочи учесть просто невозможно. Вот в этом плане я вам советую прямо сегодня вечером посмотрите фильм, испанский хороший фильм «Бумажный дом». Там блестяще показано, как идет импровизация с двух сторон. Со стороны бандитов и со стороны полиции. Это просто образец импровизации. Да и много других фильмов есть, где идет именно импровизация. Ну или возьмите «Игра престолов», как импровизировал Джон Сноу. Вот просто пример. Или маленький был такой человечек, если не помню, кличка была Бес. Да. Он же импровизировал, понимаете? То есть герой его. Я к чему говорю? К тому, что без импровизации вы рискуете погибнуть на сцене. Почему? Я вот возвращаюсь к началу своего выступления, если у меня еще несколько минут. То есть вы хорошо выступаете, и вдруг просто не работает компьютер. Экран погас, слайд не пошел. Или вы чертите на маркере, то маркером что-то на доске, а маркер не работает. А второй маркер пока принесут, вы теряете время. Понимаете, самое главное не делать зависающих пауз. А когда вы умеете импровизировать, то паузы будут вашим же оружием. То есть пауза и зависающий станет смысловой. То есть, допустим, я говорю, к примеру, дамы и господа, сегодня прекрасная погода и наступила зима. Почувствуйте. Какой зимний сибирский мороз к нам медленно вторгается в усть-каменогорское небо. Вот здесь пауза искусственная. Но хуже, когда оратор, спикер, зависает от того, что он не знает, что сказать. Допустим, к примеру, я выступаю, а вы мне говорите, Алтай Мухтарович, скажите, пожалуйста, а сколько раз вы женились? И все. И я повис. Потому что я начинаю думать, что мне ответить на этот вопрос. Вопрос некрасивый, не по теме. И кто спросил меня, а что сказать, правду или солгать? И пока я думаю, идет секунда, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и мой авторитет, моя популярность начинает падать.
И публика начинает «у-у-у». А публика как выражает «у»? Она просто тебя не слушает, спит или смотрит свои телефоны и начинает заниматься там WhatsApp, селфи и все остальное. Но есть очень много способов. Это надо отдельно проводить занятия. Если организаторы согласятся, в будущем я с удовольствием проведу для земляков занятия. Вот точно так же в режиме Zoom, онлайн. А если вдруг я буду в командировке или в отпуске в родном городе, то можно и наяву. И там я могу подробнее рассказать, как спасаться, как выходить из таких ситуаций. Но первый момент я сразу прямо скажу. Это очень простой лайфхак. Ему много тысяч лет. Когда вам задают тяжелый вопрос, повторите этот вопрос. И пока вы будете повторять или уточнять, мозг подскажет решение. Допустим, вы спрашиваете, Алтай Мухтарович, а почему вы в белой рубашке? И я тогда задаю ответный вопрос. Допустим, Иван. Если Алтай Мухтарович подключится чуть позже, мы обязательно дадим ему время закончить. А сейчас хотелось бы представить нашего следующего гостя. Это Жерар Диес. Жерар – журналист, корреспондент, консультант по вопросам сельского и водного хозяйства. Наш сегодняшний гость из Франции, но замечательно владеет русским языком. Жерар является автором многих репортажей и статей. Он освещал события Франции, России, Казахстана, многих постсоветских стран. И сегодня Жерар поделится с нами опытом и знаниями о своей любимой профессии. Дадим слово нашему спикеру. Я уже написал до этого, сегодня утром, когда я встал, потому что это чуть-чуть тяжело на русском языке. А я говорю сейчас от СМИ, это свой опыт. И меня пригласили рассказать о современных СМИ и их роли в современном обществе. Я из Франции, я с Запада, поэтому я расскажу о том, что знаю лучше всего, это СМИ в западном обществе. Раньше, как говорим в Европе, там раньше СМИ принадлежали власти. В настоящее время власть принадлежит СМИ. Я бы сказал так много, что журналистика сегодня определенно мир. Алло? Вы слушаете, да, меня? Слушаете, да? Прекрасно вас слышим. Все хорошо. Да, да. Я бы сказал так много, что журналистика сегодня определенно мертва. Я говорю об истеблишменте, устоявшейся системе на Западе, которая господствовала над современным мышлением последние 200 лет. Так. Я за последние 30 лет наряду с глобализацией финансовых рынков, а затем интернета, многие части инвесторов вложили деньги в мир средств массовой информации, СМИ. СМИ в своей второй форме, такие как печатная пресса, новостные телеканалы, радио и так далее. Теперь даже интернет-платформы и другие СМИ связаны с новыми электронными технологиями, инвестируются частными инвесторами, которые не являются журналистами. Мы говорим о fake news у нас, ложных новостях, fake news, вы знаете, что является западным понятием. Но я бы предпочел говорить одно news, никаких новостей. Сегодня у нас это правило, это развлечение. СМИ не информируют общественность, они не повышают способность общества к суждению. СМИ развлекают публику, СМИ отвлекают публику у нас. Когда я был корреспондентом газеты «Либерасьон» в Париж и французского радио в Ташкенте, это 20 лет назад, они просили меня писать только плохие вещи об местных людях, чтобы лучше продавать истории и продавать газеты. Было хорошо писать об
было хорошо писать об остатках Советского Союза и показать, как люди стали ленивыми, без страсти к созданию нового и новаторского, в отличие от западного цивилизационного мира. Я не думал, что это правильно. Я сказал им в Париже, в редакции, что у меня есть прекрасные друзья в Ташкенте, в Алмате, в Самарканде, в Чимкенте и так далее, и так далее. Они очень умные и часто хорошие предприниматели, мои друзья в Средней Азии. Я не хотел громить своих друзей из этих стран безосновательными обвинениями. Я хотел смотреть на себя в зеркало, и я не чувствовать стыда. Поэтому я ушел из бизнеса, потому что сегодня СМИ, средства массовой информации, это ничто иное, как бизнес. Но банкиры, спекулянты и владельцы крупного бизнеса вкладывают деньги в современные СМИ, а не для заработка. Например, газета «Либерасьон», где я работал, ежегодно испытывает постоянный дефицит в размере около 100 миллионов евро за год. Они покупают эти СМИ для поддержания нынешней экономической системы. Иногда даже выступая за крупные войны и конфликты по всему миру, как мы видели в Ираке, Афганистане, Мали, в Африке, Ливии и многие другие места. Чтобы удержать дефицит на минимальном уровне, управление этими СМИ сокращает бюджеты, делая в глубины подробные репортажи совершенно невозможно. Традиционные журналисты сейчас застряли между концепцией ничего, кроме экономии, и концепцией ничего, кроме image, по-английски image, image. В результате единственное, что они могут сделать, это кольца дыма. Так, кольца дыма, и все. Это американская культурная гегемония и ее влияние на современную или постмодернистическую цивилизацию. Люди вообще и во что не верят. У них больше нет никакой веры. Хорошая вера или плохая. Кроме денег, изменения в инфраструктуре и технологиях принесли имидж. Image по-английски, как гегемоническое понятие. Мы живем в царстве image, image по-английски, вы знаете, да? Так. А сегодня важно, чтобы журналисты видели, чтобы его слышали, а не читали. СМИ перешли от интеллектуальных к эмоциональным. Эмоции порождаются образами фото. Настало время рекламодателей, spin doctors, политтехнологов, фотографов и кинематографистов. Это фото, которое сегодня вызывает политические решения. Например, фрау Ангела Меркель в Германии, канцлер, никогда бы не решилась приветствовать всех этих иммигрантов без фотографии маленького мальчика-иммигранта, который умер на пляже в Греции. Ну, по-моему, это 6 лет назад. История человечества больше не имеет памяти и перспективы в западном мире, который является миром, который я знаю. Исчезновение будущего – вещь примечательная. Политической партии больше нет. Это стартап, компания стартап, компании,
частной компании, движение без видения будущего. Мы живем в маркетинг настоящего момента, и современные СМИ продвигают его все. Мы переживаем рост числа приютов идентичности островов, которые представляют собой религии или религиозные секты, иногда мафии. Мы больше не полагаемся на будущее основание на долгой памяти. Сегодня мы больше не говорим о политике в СМИ, мы говорим об экономизме. Политика больше не связана с милостью, она связана с числами, статистикой. И статистикой – это настоящее время, это сейчас. Кроме того, журналист должен появиться на телевидении. Журналист должен быть шоумен. А еще лучше, шоумен, который устраивает скандал, это лучше. Как будто изобрели другую грамматику, это новые символы. Но нельзя исключать возрождение. Потом говорю, в Казахстане. Журналистам необходимо понимать мир и политику в современном мире. Но политика, которая должна их вдохновлять, разорвала все связи с критическим мышлением, проектом или утопией. Утопия освобождает. Давайте не забывать об этом. Утопия или раздумие. Журналисты должны кормить мозг людей. Сегодня мы входим в бездонную пустоту. Сегодня у нас так много доступа к информации через такие разнообразные векторы, что мы сталкиваемся с тем, что люди не интересуются то, что не отвечает их интересам непосредственно. Человек эгоистичен, а он льет себе, чтобы по утрам продолжать смотреть на себя в зеркало. Не быть эгоистичен требует усилий. И часто бывает неблагодарен, что объясняет, почему в обществе все для меня, все немедленно. Что не имеет успеха? Это называется connective dissonance, коннективный диссонанс. Он уже безраздельно царит среди наших лидеров, которые больше ничем не руководят, но позволяют уноситься, быть увлечением течением. Но возникает такой этический вопрос, что предохраняет разум от фрагментации, так это поведение в соответствии с его мышлением и мышлением общего блага. Это неэтичная дистанциативная позиция, очевидно, в господствующей идеологии неолиберализма. Но на вершине общества само понятие истины перевернуто. Сначала мы отказались от истины как от адекватности реальности, чтобы сохранить определение согласно властности. Теперь это тот, который подрывается. Постправда – это правда нашего разрозненного разума. Неэтично
его этика, его мир – это безумие. Именно Ноам Чомски, по-русски это Ноам Хомски, философ американский, без своей книги «Изготовление согласия», «Manufacturing of Consent», осудил активно сотрудничество с СМИ в реализации этого процесса. Пойдите заявку на работу в качестве журналиста, например, газета «Le Monde» в Париже, «Libération» в Париже, или французские телевидения, или французские радио, и во многих других СМИ в Европейский Союз. И во время собеседования говорите, что Владимир Владимирович Путин хороший президент. Но ты увидишь, есть ли у тебя работа. Но в лучшем случае вы получите работу уборщика туалетов. Очевидно, что после этого сторожевых собак могут кричать, что они могут говорить или писать все, что захотят. Выбор производился источника. Большое спасибо. Извините, мы просто хотели напомнить про лимит. Я еще 1 минут, можно? Да, конечно. Да, но это внешний парадокс тех журналистов, которые работают в СМИ, купленных сильными мира, и которые громко и ясно заявляют, что они, тем не менее, остаются независимыми и свободными. Они даже не осознают того несогласия, которые демонстрируют, они не знают, что не знают. А потом, вот закончится там, французский философ сказал, демократия – это политический маркетинг для бедных. Системная пресса играет роль духовенство в ancien режим, старый порядок, также старый режим или дореволюционная Франция, чтобы довести до добрых и наивных людей религиозный дискурс, где демократия заменяет рай, чтобы поддерживать людей и блаженном и покорном порядке. СМИ – вторая кожа системы общества. Как я уже сказал 5 минут назад, но нельзя исключать возрождение. Знаменитый американский кинорежиссер и журналист Оливер Стоун, известный, подходящий к людям, как президент России Владимир Владимирович Путин, с нейтральным, не типичным западным лицом. Однако наш дискурс настолько поляризован, что-то отличное от прямой враждебности и к лидерам, таких как Путин и Назарбаев, выглядят похоже как сочувствие. А вот так, до конца, это Оливер Стоун сказал в британской газете «The Guardian», я не собираюсь приходить и лечить эти люди о том, как управлять своей страной и как управлять демократией. Он добавил, что он рассматривает Назарбаеву, президент Казахстана, как что-то из племенного главы, управляющего сложной страной, президент проделал отличную работу. И все. Вот так. Большое вам спасибо. Я думаю, что будущие журналисты Казахстана видят и хорошие, и, может быть, спорные стороны этой профессии. Но большое вам спасибо еще раз за ваше видение данной ситуации. Давайте еще раз похлопаем нашему уважаемому спикеру. Бүгінгі шарамыздың келесі спикері Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті филология факультетінің 2-курс студенті Гүлім Тұрсын. Ол өзінің болашақ мамандығы, мұғалім мамандығының маңыздылығы мен құндылығы туралы ойларымен бөлісет. Гүлім, кешір, сөзіңді бөлейін, микрофонмен айта ғойшы. Микрофонмен айтайын, не онда? Жалпы, я жаңа айта кеткендей, бұл жерде уже балалар өздері қалап тұрады, сабақ оқығысы келеді.
жәнде осы жерде тек қана мұғалімдер біраз ғана ынталандырып, бары білгендерін үйретіп қана жібереді. Яғни осы бір 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдары білім алған ата-апаларымыз сөйтіп алды. Ал енді біздің 80-шы, 70-шы, 90-шы жылдары біздің ата-мамаларымыз қалай білім алғандығы, иә, бізге қызық. Және мен сіздер отырса, сіздер қалай білім алдыңыздар? Біздің мамаларымыз енді сіздер шамалас. Я, Арина, куртрустерма. Оп, Ленинден поколениеге кете берет, кете берет. Барлык атыр кезинде мугалим карык кып сабак окуп келгенде деп айтат да, энди катты айтып жерсем ренжимеңиздер. Ал дап казыр билим саласы кандай? Особенно карантин кезинде билим кандай болуп кетти? Мен мисалга 2020-чы жылдын тилегимин да. 2020-чы жылдын тилеги не выпускной көрмей кеттик, энтимиз да ол бир деп битип бир арпаласып кетти. Жанде байкап отурсам силердин барлыктарыңыз казыр мектеп окуучуларсыздар, я кателешпесем. Вы тоже ученики школы или колледжа, да? Но вы тоже студент, вы должны нас понимать. Мен мектеп окуучулар казыр калай билим алат? Мугалимдердин мисалга именно карантин кезинде мугалимдер жок. Мугалим кайда? Мугалим бизде уже билим вент сайты. Мұғалім бізде сол тапсырманы кім айтады, тапсырманы кім салады, сол білім бөлімін ана тестті барлығымыз бірдей көшіріп, соны сала саламыз. Бұл енді жасыратын түгі дейміз. Біз де оқушы болдық. Жасырамыз да, соны сала саламыз. Бүкіл көшіріп қоя саламыз. Яғни мұғалім мен уже оқушының арасында қарым-қатынас жоқ, бұл жерде тоқтап қалады. Zoom бар, иә? Zoom-ға кіреміз. Ол Zoom деген зарлатып, қосылады. Өзі 40 минуттық дүние. Сол 40 минуттан 5 минутты мұғалім түгендейді. 5 минут сендер кірмедіңдер, бітпендер, сөйтпендер айғай шу болады. Я ар жағында 30 минут болды. Неге жетеді деген сұрақ қалыптасады да? Мұғалім не сабақ түсіндіре ме, түсіндірмей ме деген сияқты. Енді осы жерде білім вент бар ғой дейді. Міне, негізгі білім венттің мақсаты осында болып тұр. Білім вент тақырыпты түсіндіреді. Яғни уже мұғалім бұл жерде тақырыпты түсіндірмейді, және тапсырманы да сол білім вент береді. Яғни осы жерде уже карантин кезінде біз мұғалімнің ойбай керемет деп бір қажеттілігі бар екендігін, қажеттілігі жоқ екендігін бір азын уақыт түсініп қалдық. Бұрынғыда мұғалімдердің уже авторитеті көзімізде түсіп жатыр. Және мысалға айтатын болсақ, сол 90-шы жылдары, бір 2000-шы жылдары оқушылар қалай болды, оқытушылар, мұғалімдер қандай пәндер болды деген сұрақ қалды. Мысалы айтады, біз физиканы бөлек оқыдық, химияны бөлек оқыдық, қазақ тілі деген ойбай ол бөлек сабақ, әдебиет деген бөлек сабақ дейді. Оказывается, сіздер әдебиет пен қазақ тілін мысалы бірге оқисыздар, иә, қателеспесем. Мысалға орыс тілі мен орыс әдебиетін бірге өтесіздер, иә. Мысалы мен мұғалімдермен сөйлесем де, маған қызық. Мен өйткені қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімімін. Мен мысалға мына жерде зат есімді айтып тұрып, Абай Құнанбаевты қалай айтып кетемін деген сияқты сондай да сұрақ қалыптасып кетеді. Яғни, иә, білем, сіздер біз заманға қарай көзімді тек дейді да, біз заманға қарай жүріп бара жатырмыз. Бірақ та бұл жерде біз мұғалімге ешқандай условия жасалмайғандығы да бізге осы жерде қиын болып тұрады да. Но болашақта бұл дүние мүлдем өзгеруі мүмкін дегенде. Ендігі жалпы бұл оқушылар арасында осындай дүние ғана болып қалды. Ендігі және бізде колледждің студенттері отыр. Мен өзім студентпін. Менің сабағым қалай өтеді, иә? Мен сабағым мүлдем қызық өтеді. Мен аптасына 7 күнде 2 рет қана сабаққа барамын. Таңер екі рет қана барам, ол өзі бір сабақтан ғана болады. Яғни четверг күні сабаққа барам, өтірік сабағымды айтып тастайын да қайтып кетем. А лекция менде онлайн. А онлайн лекцияға бізде группада 63 бала болса, оның 10 ғана кіреді. Өте қызық, иә? Тура сол сияқты, мысалы, екінші күні мысалы бүгін мен сабаққа барып келдім, отырғаным бірақ сабақ, мен басыма не білім қонды деп ойлайды. Бұндай да бір қызық оқиғалар бола береді. Яғни осы жерде біз немен түсінеміз де? То что мұғалімдерді біз осы жерде мұғалім мен оқушы бір жерде отыру не обязательно екендігін түсіндік. Яғни мен мысалы жаңағы Жерар сияқты, жаңағы мысалы айтып кеткенде Алжир сияқты біз онлайн естіп отыра тұрып, мұғалімдер сіздерге сабақ бере алатындығын түсіндік. Яғни болашақта бұл дүние одан әрі асып кетуі мүмкін да. Мысалға айтуы мүмкін, класта 30 бала болса, соның 15-і мен үйде оқуға мысалы хат жазамын, мен үйде онлайн оқу маған ыңғайлы дейді де. Мысалы, класының 15 баласы онлайн үйде үстіп оқи береді деген сияқты. Ал қалған 15 баласы мен мұғаліммен жұмыс жасаймын дегендер ғана осы мұғалімдермен қалатын сияқты жұмыс жасап. Екінші, жаңағы пән ауысты, не болды деген сияқты дүниелер бар да. Шын айтайық, бүкіліміз ренжейміз, енді особенно 10-11 сыныпта. Маған бұл пән не үшін керек? Маған физика не? Мысалы, сіздер қай сыныпта оқушы барсыздар? Қай сыныпта оқушы барсыңдар? Жоқ, сіздер. А, сіздер ме? Яғни енді барымыз енді тапсырдық, иә, сол кезде ренжідік қой кәдімгі кіші. Мен қазақ тілі әдебиетті таңдап отырмын, не үшін маған мына физика керек деп.
Сөйтіп ренжеттіміз кәдіміз кіше. Менің ойымша, болашақта жаңағы сол балаларды бағдар бойынша оқыту қалыптасатын сияқты. Мысалы, ең барынша мектепке келеміз, бізден тест алады. Сосын айтады, мәна Гүлім деген таза әдебиетші бала екен ғой. Бұл физика, математика болған мүлдем керек емес екен. Өзінің зарплатасын санай берсе, санын білсе болды. Вот қазақ тілі әдебиетке қарай жібере беріңдер, алгебра, геометрияны оқымай қойсын деген сияқты болып қалыптасатын сияқты. Және де осы жерде керек жоқ мысалы, біз білетіндей технология, ана дым үйретпейтін информатика сынды сабақтар азын-аулақ уже жоғала бастайтын, яғни кете бастайтын сияқты. Ондай сабақтар болмайды. Оның орнына қазіргі актуалды жаңағы копирайтер сияқты, жаңағы мысалы таргетолог сынды белгілі бір тұрғыдан жаңа сабақтар пайда болатын сияқты. Жалпы менің ойымша. Ендігі елестетейік. 2025 деген тым жақын болып кетеді. 2040 жылы. Сіздер 2040 жылы оқушылар қалай білім алады деп ойлайсыздар? Аудиторияға сұрақ қойсам бола ма? Как вы думаете, через 20 лет каким будет учеба у учеников, у всех? Жауап берсеңіз. А сіздер қалай ойлайсыздар? Әлі осылай біз жаңағы 30-32 бала шұбыртып бір жерде отырып мұғаліммен бірге тақта ана мен бормен отыра береді деп ойлайсыздар ма? Яғни көріп тұрсыздар ма? Бұл жерде ненің белгісі? Бұл жерде уже техникалық прогрестің дамуы көрініп тұр. Яғни біз бұрын жаңағы айтып отырмын ғой, 90-шы жылдар, яғни біз өзіміз таза кітаппен оқысақ, а қазір біз кітап беріп тұр бізге университет, иә, кітап оқыңдар деп. Бірақ шын айтайын, мен өзім екінші курста оқимын, екінші курспай библиотекадан барып бір кітап алып көрмеппін. И мен өзім сабағыма қатысты ше, мысалы бізде неше түрлі сабақтар бар, тіл біліміне кіріспе, анау мынау деген сияқты. Бірақ біреуін де ашып оқып көрмеппін, ойбай мынау неме деген сияқты. Не үшін? Өйткені менде интернет бар, өйткені менде телефон бар. Мен ол бар ақпаратты телефон ала саламын. Не үшін бұл маған қажет деген сияқты. Иә, мен сіздермен толықтай келсем, шынымен де біз онлайн форматқа ауысу мүмкіншілігіміз өте жоғары. Бірақ соның өзінде де келісейікші, жай ғана онлайн оқыған ол мұғалімнің орнын бәрібір де баса алмайды, иә? Не болсын, жер алып келсін, соғыс болса да мұғалімдер қажет болған, аштық болғанда да мұғалімдер қажет болған, және де осыдан 40 жылдан кейін де сол баяғы мұғалімдер қажет болады деп ойлаймын. Жалпы сіздердің 10 минут уақыттарыңыз өте пайдалы өтті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, мен сіздердің сұрақтарына жауап берсем. Егер аудиториядан сұрақ болмаса, есть вопросы? Егер сұрақтарыңыз болмаса, назарларыңыз аударғаныңызға рахмет. Жақсы. Гүлім, сенің ойыңа рахмет. Сондағы Гүлімнің айтайын деген ойы, қандай интернет дамыса да, қандай техника дамыса да, мұғалімнің орны еш уақытта жойылмады деген ойды айтқысы келді. Гүлім, саған рахмет. Сенің саған табыстар тілейміз. Келесі кезек спикерге берсек, келесі кезекті. Следующий наш спикер Анель Уатханова. Уже с 12 лет Анель начала задумываться о своей цели и миссии. Главными областями, которые изучает Анель, являются soft и hard skills, а также английский язык и эффективные методики его преподавания. В июле 2019 года Анель стала волонтером, онлайн-преподавателем английского языка в проекте Teaching for Heroes для детей-медиков, а также всех нуждающихся школьников из разных стран. В 2021 году Анель стала участницей проекта «Бизнес-инкубатор» «Осгирес». И вот уже 2,5 года она преподает английский язык. В свои 18 лет Анель четко понимает, каким будет ее будущее, и точно знает, как обрести устойчивую мотивацию и побороть свою неуверенность. Послушаем нашего спикера. Благодарю вас, Лера. Добрый день, дорогая аудитория, дорогие студенты, участники данного TED Talks формата конференции. Я очень рада видеть каждого из вас. И по некой информации я бы хотела бы начать свою презентацию. В целом сейчас информация будет очень не слишком такая замудренная, в легком формате и в качестве некой мотивации для каждого из вас. Вот. В целом первый вопрос аудитории я бы хотела бы задать. Сейчас вы только что услышали пару фактов, да, которые перечислили обо мне как личность. Как вы считаете, какая я личность?
Да, какая я личность, какими качествами, возможно, я обладаю? Увлеченная, хорошо. Спасибо. Еще? Спасибо большое. Хорошо. Давайте дальше пройдем тогда. В целом, расскажу о себе. Меня зовут Анель, мне 18 лет. Я студентка Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа, третий курс, факультет иностранные языки. В целом, до сегодняшнего момента я начала увлекаться саморазвитием осознанно с 12 лет. На сегодняшний день я, как я и пояснила, то есть есть очень много разных в разных направлениях проекты, в которых я принимала участие, развивалась, пробовала себя, так как я считаю, то есть каждый второй человек, который проживает свою некую жизнь, он находится в поиске себя, в поиске того, кем он вообще является в жизни, кем он хочет стать, какую профессию он хочет овладеть и в целом как и каким способом хочет достичь и может достичь своих определенных целей. Сегодня в целом формат будет в таком вот формате. На самом деле я успела поучаствовать в таких проектах, как Узгерес бизнес-инкубатор. Есть кто знает о данном проекте? Нет, не слышали? Хорошо. Я бы тогда поясню вам точнее. Да? Можно предыдущий слайд? Также я успела поучаствовать в проекте «Медаль Эльбасы». Думаю, каждый второй из вас слышал данный проект, да? Есть, надеюсь, те, кто слышали? Участвовала я в данном проекте с 2019 года, с июля месяца. Уже успела приобрести бронзовую медаль. Сейчас нахожусь в процессе завершения золотой медали. Также поучаствовала в проекте Teaching for Heroes, который, соответственно, происходил в момент карантина. Как всем нам известно, в момент карантина то есть были очень много разных изменений, и в целях данного вот процесса мы как бы есть один совладатель данного проекта, который решил внести свой вклад в развитие общества, взаимодействовать со студентами, которые владеют английский язык от уровня upper intermediate и выше, для того, чтобы выразить свою некую благодарность медикам, сделать какой-то некий вклад в развитие знания, да, то есть в целом проект был нацелен на саморазвитие, на обучение английского языка на бесплатной платформе, где каждый второй ребенок, малоимущий из многодетных семей или даже просто ученик, который нуждается в помощи изучения английского языка, смог принять участие и пройти определенный курс. В целом, как вы считаете, какие качества в целом необходимы для того, чтобы реализоваться как личность? Ага, еще. У меня общаться, коммуникация, да? Еще. Целеустремленность, еще. Как вы считаете? Қалай ойлайсыз? Қандай адамның қасиеттері? Жаңағы адамның мақсатқа жетуіне көмектеседі. Өзіне деген сенімділік, иә. Хорошо. А вы чувствуете себя самоуверенными? Есть ли у вас это качество? Хорошо. То есть в целом я хочу вам пояснить некий инсайт о том, что у нас в целом есть такое понятие, как soft skills и hard skills. Эти основные скиллсы, навыки, да, точнее, то есть это мягкие навыки и определенные навыки, нацеленные на определенную профессию. Hard skills, в частности, это можно назвать навыки, допустим, только в сфере IT или навыки, приобретенные только в сфере журналистики и так далее. А soft skills – это мягкие навыки, которые составляют 80% важности в становлении как личности. На пути саморазвития. Это такие навыки, как целеустремленность, уверенность в себе, умение коммуницировать с людьми, проявлять себя, умение развивать свое критическое мышление и так далее. То есть это большую часть составляет, то есть soft skills. Можно следующий слайд? Следующий тоже. Вот, в целом, на пути моего саморазвития, в целом, моя жизнь состоит из учебы, проектов, саморазвития, волонтерства, дебатов и реализации мечты. Как я умею это совмещать? На помощь приходит, конечно же, тайм-менеджмент, желание, точка, цель и умение декомпозировать свои цели. То есть очень важно видеть четкую свою цель, куда мы стремимся. Но, конечно же, приобрести эту четкую цель не всегда сразу получается. Согласны?
То есть для этого нужно полностью понять, какой личностью мы становимся, куда мы стремимся, кем мы являемся сейчас и каким мы хотим стать завтра, через год, через 5 лет. Очень важно расписывать свои цели на год, на месяц, на неделю, элементарно на день, да, и, соответственно, пробовать искать возможности. Никогда не ограничивайте себя тем, что вот я хорош только в математике, я там, допустим, гуманитарий, или же я там, допустим, только в технической части очень хорошо шарю, да. Не стоит себя так ограничивать. Каждый человек уникален, и у каждого человека есть безграничные возможности. Все то, что нас ограничивает, это наше мышление, это наше видение в целом о жизни. А здесь пару фотографий о том, в каких проектах я успела поучаствовать, да, то есть мини-такие отрывки. Это проект «Узгирыс». Хочу подробнее о нем рассказать. Проект «Узгирыс» — это один из таких проектов, который помогает спонсировать молодежь, ребят, участников, учеников школ. То есть они получают, то есть проходит определенный конкурс, где каждый ученик, студент может подать заявку на данный конкурс. В конкурсе, то есть вы должны рассказать о своем проекте, о своем бизнес-проекте, если точнее сказать. И расписать план в целом, какой это бизнес, как вы хотите его реализовать и так далее. И в целом, то есть по этапу вам предоставляется теоретическая часть, вам предоставляются видеоуроки, менторство, а также очень классное окружение, которое, соответственно, способствует для развития, для расширения нашего видения в целом. Да, то, что оказывается, есть и такие ребята, которые с 14 лет уже начинают заниматься бизнесом, пробовать себя, делать свои первые продажи и так далее. То есть пробовать себя в разных сферах. И при этом еще успевать и учиться в школе, сдавать ЕНТ и поступать в вузы, в разные вузы. Да? Есть ученица Асимай, которая владеет своим магазином, где продает, то есть канцелярию. Это была ее мечта, то есть она, у нее на пути встречалось очень много разных трудностей, но ее не предавала вера в то, что у нее есть мечта и что она любой целью когда-то сможет это достичь. Хоть даже не в этом году, но она стремилась, она помнила об этой вере и не сдавалась. В итоге, то есть в течение 2 лет она смогла реализовать эту идею, открыть свой маленький, то есть магазинчик, где сейчас она уже в год имеет, в месяц даже имеет около оборота 1 000 000 тенге чистыми, и при этом успела поступить за рубеж в Будапешт в топовые вузы. То есть здесь что можно понять? В том, что умение приспосабливаться к ситуации и умение экономить свое время и умение правильно делегировать помогает каждому как личность преуспевать во всем. Если у вас будет желание, вы сможете достичь все. Если у вас есть цель, будет действие. Если будет действие, будет результат. На пути своего, то есть бизнес-проекта, я предоставила свой бизнес-проект. Я, так как являюсь преподавателем английского языка, за моим опытом, за всем моим, то есть становлением как личности стоит определенный опыт, 12-летний опыт в изучении английского языка. То есть с детства я начала изучать английский язык, потому что у меня был интерес, мне было интересно в целом изучать разные языки. Сейчас я владею 4 языками в совершенстве. Это казахский, русский, английский и турецкий. Плюс сейчас хочу, то есть изучаю в процессе французский и итальянский. В целом, то есть в пути этого обучения я сталкивалась с различными проблемами. Допустим, когда я проходила обучение в курсовых, допустим, каких-то определенных курсах, да, там Kingdom Education или Oxford, была утечка. Утечка преподавателей, а это самое плохое, потому что данный этап твоего развития мешает тебе продолжить этот путь. И то есть, соответственно, у человека пропадает желание в целом изучать английский язык, да, у него пропадает желание, потому что нет правильного подхода. После того, когда я столкнулась с данной болью, я поняла, что есть очень много детей, которые на сегодняшний день сталкиваются с данной же болью. Они не могут выучить английский язык или у них нет вообще в целом желания изучать этот язык, потому что они не знают, какие возможности они упускают из-за того, что нет правильного подхода учителям к ученику. Учителя не заинтересованы в ученике, они не знают, чем он увлекается, как можно сделать урок, то есть разнообразным. Не просто в одном типе, как учи грамматику. Нет, уроки можно, то есть, провести очень даже в игровой, веселой форме. Единственное, нужно понимать, для чего ты преподаешь, кому ты преподаешь и какие интересы у них есть. Учитывая все эти факторы, соответственно, можно, то есть, сколлаборировать процесс обучения в достаточно интересном формате. Я продумала свою личную методику, которая помогла мне довести до результата своих учеников. Я
Так случилось то, что у меня обучались ученики не только из Казахстана, но и из России, СНГ, Абхазии. Три ученика было из Абхазии, то есть это ученик Леон, ему 12 лет, он учится в 8 классе. Он очень-очень целеустремленный тоже ученик. У него проблема такова, то, что в Абхазии нет таких преподавателей английского языка, которые могут предоставить качественное обучение. Но благодаря тому, что сейчас у нас, то есть 21 век, век инноваций, да, то есть мы на пути саморазвития, да, то есть и страна развивается, и интернет развивается, доступ предоставляется нам со всего мира, мы можем общаться со всеми, несмотря на расстояние, да, элементарно Zoom-платформа. Эта Zoom-платформа предоставляет нам возможность преподавать в целом, да, или обмениваться какими-то опытами, скиллсами с разными личностями, будь это оратор, будь это бизнесмен, или просто друг какой-то из Америки, возможно, да, или из Турции. То есть все возможно. Так, в целом, что я хочу сказать, что каждый второй человек, у каждого человека в голове мелькает идея. Это возможно, какое-то вдохновение, да, допустим, вы посмотрели TikTok какой-нибудь, загорелись идеей, и все, она у вас осталась. Почему? Потому что у нас ограничивают наши же мысли. Блин, ну туда же нужны вложения, блин, ну а вдруг не получится, а зачем? Туда же столько много времени нужно вливать. Или же, ну, возможно, у меня не получится, или и так далее, да, то есть очень много разных мыслей сталкиваются. Но или же мы берем просто это же дело, откладываем, ай, я пока учусь, у меня есть время, я могу это, то есть сделать это через 10 лет, через 5 лет, или когда окончу универ, вуз, колледж. Но подвозка в чем? Подвозка в том, что время никого не ждет. Самый ценный ресурс – это время. Поэтому сейчас, так как мы являемся студентами, мы должны максимально воспользоваться своим временем. То есть с данного момента, то есть не нужно ждать идеального момента, его не существует. Ваш идеальный момент – это сейчас. Вы сейчас уже должны пробовать что-то делать, подаваться на какие-то проекты. Не бойтесь, просто будьте открыты. Когда человек будет решительно открыт миру, возможности просто сами по себе будут приходить. Просто не ограничивайте себя, свое мышление. То есть в целом, когда вы реально уже начнете, в целом решитесь на этот подвиг, да, начнете сейчас уже думать, что бы мне можно было бы сделать, как мне можно было бы преуспеть, и никогда не ограничивайтесь в одной сфере. Даже если вы где-то там участвуете в дополнительных конкурсах, у вас появляется новое общение, новый кругозор, новые знакомства, а окружение – это залог вашего успеха. Если вы будете находиться в кругу 4 миллиардеров, вы будете 5-м миллиардером, который станет в итоге миллиардером. Если вы будете находиться среди 4, допустим, среднестатистических людей или тех, которые, то есть вечно всегда токсичными становятся, да, или имеют свое некое негативное мышление, типа, ой, а зачем это, зачем, или и так далее, да, то есть есть определенный круг общений, круг людей, есть позитивные люди, есть оптимистичные люди, я думаю, все знают об этом, то есть, соответственно, в каком в окружении вы будете, вы просто засолитесь, как огурчик. То есть если взять банку соленого огурца и положить туда обычный огурец, что он сделает? Он засолится, да, так и человек, какое у него будет окружение, такой он станет и сам, потому что окружение действует на нас на неосознанном уровне. То есть мы просто не осознаем, где мы находимся, что мы делаем. А потом происходит, соответственно, эмоциональное выгорание. Мы не знаем, что с нами происходит, почему я еще не добился результата или то-то, 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 да? Вот. Мой совет, если у вас есть какая-то идея, просто возьмите бумагу. Возьмите бумагу, возьмите ручку и распишите точный план действий. Точку А, точку Б. Где вы сейчас находитесь и куда вы хотите, то есть куда вы хотите достичь, то есть где вы хотите оказаться через лет 5 или через год. Есть идеи, распишите план действий, что вам нужно сделать. Первое, это, допустим, подготовить презентацию, рассчитать там определенное количество там инвестиций, которые вам понадобятся, да, и рассмотрите именно боль клиентов. Допустим, если вы сделаете этот продукт, то сможет ли он покрыть боль человека, сможет ли он принести какую-то пользу? И после этого вы, соответственно, можете найти инвестора, а инвесторов очень много. Соответственно, предоставляя свою презентацию, вы сможете как-то уже попробовать получить некий опыт в процессе, да, реализации своих проектов. Пробуйте себя, главное не ограничивать себя. Каждый человек индивид и каждый человек уникален. У каждого человека есть своя миссия. Каждый человек приходит в эту жизнь для того, чтобы творить что-то.
у каждого человека есть своя миссия, но не каждый второй может просто взять и столкнуться с ней и сказать, о, ну, допустим, вот, я нашла эту миссию, да, допустим. У каждого человека есть свое определенное время. Кто-то в 12 лет находит свою миссию, кто-то приобретает ее в 16, кто-то в 18, кто-то вообще в лет 50 находит свою миссию или какое-то либо предназначение. То есть ваше будущее, оно в ваших руках. Для того, чтобы понять свою миссию, задайте себе вопрос. В каких качествах, какие качества у вас хороши? Что вы любите делать? И при выборе профессии или в дальнейшем, когда вы найдете именно ту профессию, ту сторону, которой вы хотите заниматься, задайте себе вопрос, а любите ли вы это дело? Приносит ли вам оно какое-либо удовольствие? Потому что очень важно любить то дело, которым вы занимаетесь, и заниматься тем делом, которое вы действительно любите. Это очень важно. Тогда вы сможете уже построить свое идеальное будущее и просто находиться в процессе и кайфовать от всего. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Анель, за такую вдохновляющую, на самом деле, речь, за вашу информацию о вашем пути. И следующий наш спикер — это Алишер Мишелев. Алишер — режиссер, сценарист, видеоблогер, молодой человек с активной творческой позицией и прозорливым взглядом. В 2017 году Алишер стал первым видеоблогером, который осветил события на Экспо. Он является основателем продакшн-компании AM Projects, и именно с этой командой они начали создавать свой собственный медиа-контент. Алишер является режиссером таких фильмов, как «Наша узкомаша», «Экспо Сторис», «Контракт», «Актаргын», «Дорогой в Житибай», «Путь к Абаю». За фильм «Дорогой в Житибай» Алишер получил специальный приз жюри республиканского конкурса короткометражных фильмов. И давайте поприветствуем нашего онлайн-участника Алишер Мишелев. Здравствуйте, меня слышно? Да. Меня видно? Да, все прекрасно. Всем привет. Во-первых, хотел поздороваться со всеми, потому что так давно вас не видел. Я, кто не знает, я раньше работал в библиотеке, и всем спасибо, скучился так сильно, и всем привет. Очень приятно, что сегодня все пришли. Спасибо, что пригласили. Сегодня столько выступало разных спикеров, и до выступления Гулим я думал, что я буду самым таким быстро разговаривающим спикером, оказывается, я не один. До выступления Анель, да, я думал, что я что-нибудь новое скажу. Теперь я уверен, что нового чего вам не скажу. Спасибо, ребята. И я бы хотел просто рассказать про то, как, ну, сегодня такая тема, что выбор профессии, о том, как я выбрал то свою профессию, почему именно, как я понял, что именно этим я хочу заниматься, и ну, почему до сих пор этим занимаюсь, и как я к этому пришел. Выступал я уже с этой речью один раз. Это просто не какая-то там, не знаю, супер такая мотивационная речь или там какая-то в чем-то общем, да, в смысле. Это просто речь, это просто, то есть я расскажу свою историю, как это было у меня, как я сам к этому, ну, пришел. Я студент уже, ну, в 2020 году закончил университет в КГУ. Сегодня есть там, да, присутствующие студенты из КГУ. Вот. И сейчас я, то есть, ну, занимаюсь режиссурой, я снимаю видео, снимаю разные короткометражные фильмы, разные передачи. И да, вот мне камера показывает всех знакомые лица там. Всем привет. Так, всем привет. Ну, начнем с того, что я хотел бы такую дать затравку, да, скажем так. Я сам из аула и никогда бы не подумал, что просто когда-нибудь в будущем меня пригласит главный телеканал страны Хабар снять для них фильм. А теперь, вот зная это, давайте я вам расскажу, как это случилось. Я никогда об этом даже не мечтал, наверное, даже никогда не думал, что я буду снимать фильм для Хабара. Это не документальный фильм, это художественный фильм. И все началось с того, что просто я жил, получается, Восточный Казахстан, Зырянский район, село Бородино. Мало кто про это село, наверное, знает. Там это небольшой аул,
там, получается, немного, ну, все друга знают, и особо ничего не было, нечем было там увлекаться, то есть там чисто там играли в волейбол ребята, бегали, играли в футбол, и, в принципе, все, ничего такого особенного, обычный аул. И сейчас я, ну, конечно, это было необычно увлекаться, ну, как я пришел, начал снимать видео, в 2008 году у меня появился первый телефон кнопочный тогда еще, и просто начал, он, у него была камера, это было так круто в то время, это просто у меня появился телефон с камерой, я начал просто снимать видео и просто собирал друзей, показывал им, как я там снял, у меня там снимал животных, снимал природу, как я красиво снял. Сначала они такие, вау, круто, да, потом уже говорили, что ты уже, ну, ты уже надоел своими видео, давай завязывай с этим. Вот, и постепенно, ну, там уже начал у нас появиться интернет, у нас появился интернет в деревне, это уже прогресс был такой, у нас не было интернета тогда еще в деревне. Начали смотреть разные видео с Ютуба, начали эти все, ну, все это смотреть. Я начал, ну, я хотел, захотел делать так же. Смог найти программу для монтажа, начал монтировать, пытаться учиться монтировать видео. И начал уже монтированные видео показывать своим друзьям. Они такие, о, круто, пару раз показал. Спустя некоторое время снова показываю, они такие, ну, давай уже все завязывай, уже маленько не очень интересно. Ну, уже не очень интересно. Затем, получается, когда уже выбирал, когда уже поступал, я поступил в колледж сначала, я думал о том, чтобы поступить на преподавателя, я думал, чтобы, думал сейчас стать географом вообще, потому что очень люблю географию, до сих пор люблю. Потом подумал о профессии переводчика, потому что английский язык меня очень сильно увлекал. Но на самом деле, как я знаю английский язык, я просто, ну, по грамматике, по listening, да, я вот, у меня не очень хорошо получается, но просто я для себя понял, что я очень много знаю русских слов с переводом. Ну, то есть я знаю, как переводятся многие слова, и благодаря этому я строю предложения и так и общаюсь. То есть у меня нет, там, не знаю, да, TOEFL, я там не сдавал IELTS, да, просто вот знаю, что... Если нужно построить какое-то предложение, если нужно что-то сказать, я просто говорю на, в русском стиле и перевожу это на английский, короче. Ну, так я со всеми общаюсь, и со всеми иностранцами, которые общаются, они понимают. А, вроде бы, да. Так, ну и я решил поступить на программиста. В колледже поступил на программиста, и там уже, когда мы учились, там у нас были разные, то есть... разный период, мы, нам давали разные темы, там было и сайтостроение, и вот языки программирования, и написание программ, и много-много, но из всех этих тем мне больше всего привлекла именно, ну, дизайн, дизайн фото, дизайн видео, монтаж. И я решил больше в это углубиться, учителя заметили это, начали ну, давать какие-то там разные проекты, которые там, ну, допустим, колледж участвовал в каком-то проекте по видеосъемке на ролик про лучшее съем, лучшее, ну, конкурс по движению, безопасности движения, что-то такое, в общем, было, про безопасность дорожного движения. И мы, нас подключили снимать это видео, сказали, давайте пробуйте, ребята, мы сняли, заняли место, и тогда вот это первое ощущение, знаете, когда ты находишь что-то свое, у тебя есть, появляется это вот чувство, что такое вот чувство, будто вот такое, знаете, это оно. Вот тогда наш ролик показали впервые на в Усть-Каменогорске есть вот дворец спорта, и там вот есть LED-экран большой. И когда нам сказали, в час ночи у вас будет, в час ночи, у вас будет, ваш ролик будет показан на этом, в центре города, считай, дворец спорта на этом большом экране, мы с ребятами, которые мы снимали видео, мы были так рады, что наш переканный ролик про безопасное дорожное движение будет там показан. И мы в час ночи шли туда, брали с собой телефоны и снимали это как... ну, то есть там час ночи уже, время уже пришло, все, наш ролик запускается. Мы такие снимаем, вау, так классно, так классно. Всем абсолютно пофигу. Люди ходят, то есть там молодежь гуляет, машина едет, всем абсолютно пофигу. Нам такое ощущение, будто бы мы стали уже звездами, мы стали уже там, не знаю, суперрежиссерами. Это было так классно. То есть мы смотрели на это, наш ролик показывали на весь город. Люди это видят. На самом деле, никто, ну, в смысле, всем было пофигу, я сказал уже. Люди просто шли мимо, кто там был, сейчас ночью, не знаю, ходили. Машины проезжали мимо, всем было абсолютно наплевать. Но мы получили себе такой, особенно я,
такое осознание, что, блин, мне это нравится. Мне нравится показывать то, что мы сделали, мы отсняли, мы этим работали, мы это показали на весь город. Пусть никто не увидел, но, блин, это ощущение, я хочу это еще. А затем уже так время шло, уже закончил колледж и уже поступил в университет. Решил я поступать, ну, я учился в колледже на программиста, как я уже говорил, но дальше я продолжать не захотел, на программиста решил что-то новое, что-то более ближе к съемке, к видео, все такое. Режиссуры у нас в Усть-Каменогорске, да, не было, и поэтому более такая ближайшая профессия к съемкам, к видеокамере, ко всем этим сценариям и все такому, это журналистика. Я выбрал журналистику, и вот по этому направлению начал работать. Так, думал, что сейчас вот будет, наконец-то, вот это мое, будет что-то такое вот прям, будет съемки. Конечно, у нас было больше теории, нам больше читали лекции, мы ходили в универ, да, но опять же, параллельно с этим, нам предлагали, видно, ребятам, которые очень были активные, предлагали разные конкурсы, разные универы, разные конкурсы проводил, там какие-то там еще местные всякие там эти вот конкурсы, мероприятия, все такое. Везде, где можно было, я старался там участвовать. И опять же, был такой момент, когда офтальмологический центр в Усть-Каменогорске, есть один офтальмологический, не помню, как правильно название, но центр офтальмологии, по-моему, называется, что-то такое, он начал проводить конкурс на лучший видеоролик про их центр. Мне об этом сказали, я загадался желанием, сразу собрал ребят, команду. Впервые тогда, из-за того, что я участвовал в этом конкурсе, в универе один преподаватель, который тоже был как бы в этом заинтересован, он свою группу с пар отпустил, вместе взял всю группу, там было очень 30 человек, наверное, в группе было, первокурсники или второкурсники, они с пар просто взяли, ушли вместе с учителем, с преподом, потому что я их попросил. А мы пошли в эту больницу, в центр автоматический, и целый прям час, наверное, там, или даже больше часа снимали видео по сценарию, который накидали, вот, и это сняли. У нас в итоге получился самый большой видеоролик на этот конкурс, и когда мы уже был, такой был премьерный вечер, это было в отеле, там был такой небольшой зал, там презентовали разные, ну, всех остальных, ну, участников, кто там участвовал с этими фильмами. И показали пару фильмов, там уже была очередь моего, я такой, вау, снова это чувство, я хочу это чувство, ощутить это чувство, что сейчас покажешь мою работу, людям это понравится, надеюсь, и это будет так, это, как, знаете, как наркотик, просто ты хочешь это, тебе нравится так вот радовать людей, так вот, ну, показывать свое творчество, свою работу, чтобы люди этому тоже как бы восхищались, все такое, я хочу прочувствовать это снова. Наступает момент, только начинает показывать мой фильм, обрывается какая-то там техническая проблема, что-то там случилось, короче, обрывается связь, ну, какая-то проблема, в общем, экран включается. Я, в общем, этим недоволен, то есть сначала показали фильм на большом экране в городе, ну, наш ролик на большом экране в центре города, никто не посмотрел. Сейчас должны показывать наше видео, показать, но, опять же, отключилась какие-то проблемы технические, короче. В итоге жюри ушло в отдельную комнату, на маленьком ноутбуке посмотрело оставшиеся работы, и, короче, нам не дали никакого приза, просто такой учительный приз, что-то такое. Но мне больше даже не это, наверное, разочаровало, а то, что я не смог показать свою работу, больше там была такая аудитория большая, я не смог ей показать. А меня это, наверное, еще больше мотивировало, и я позвал ребят, которые уже со мной работали в тот момент, ну, снимали, знали меня. Ах, это были КВНщики, просто активисты из универа. Я им сказал, ребят, давайте что-нибудь просто снимем, потому что я так не могу так вот это оставить, я хочу показать видео, какой-нибудь мини-фильм, не знаю, какие-нибудь даже вайны, хоть что, но небольшой вот 10-минутный прикольный фильм зрителям, я хочу это прочувствовать снова. Они согласились, давай, все ребята энтузиасты, классные ребята были, которые со мной работали. И мы пошли в университет и сказали, что, ну, в ВКГУ, первый корпус, и сказали, вот мы хотим снять, у нас есть такие идеи, мы хотим снять такое небольшое скетч-шоу небольшое. Кто знает скетч-шоу, допустим, раньше было по СТС 6 кадров. Не знаю, там, мадам молодежь, сейчас, наверное, СТС уже такое. Не знаю, помните или не помните, но, в общем, там есть такие приколы небольшие. Сборник приколов, мы назвали это «Молодежный ералаш». И сказали вот так и так, пошли к ректору, отправились к ректору и сказали, вот мы хотели бы снять фильм в университете. А ректор сказал, типа, ну, давайте подумаем.
Потом все-таки как-то меня игнорил ректор. В итоге мы решили в субботу прийти. Это была суббота. В субботу, по-моему, мы не учились. И мы пришли в университет. Университет был закрыт. То есть там только охранники и все. И там, и, по-моему, некоторые люди из администрации, что-то такое. Все, мы пришли в университет, начали, хотели пройти, охрана нас не пускала. То есть охрана была вообще не осведомлена об этом. И сказали, нет, вы никуда не пойдете. Я взял у ректора номер до этого, звоню ему просто на мобильный, в субботу, в днем, неважно, это даже не рабочее время, здравствуйте, такое дело. Она, ну, в общем, ректор, наверное, не ожидал. Да, я, говорит, просто охранник, я охраннику даю телефон. Поговорила, все, нас пропустили. И так получилось, что мы смогли в субботу арендовать государственное учреждение для съемок какого-то, каких-то приколов. Универ, первый корпус в КГУ, который там студенты учатся. Там мы так это и сделали. Извините, мы немножко ограничены по времени. Могли бы вы рассказать о самом главном в своем фильме, по вашему мнению, чем вы больше всего гордитесь? Мы просто немножечко временем располагаем. Ага. Очень много. Да, и да, вот давайте сейчас тогда маленько ускоримся. В общем, смотрите, вот так, в общем, я о чем хочу сказать. В общем, каждый раз мы так снимали разные фильмы, разные видео, но у нас не получалось как-то донести до аудитории, там какие-то проблемы случались. У нас был план, что, помню, очень сильно разочаровался, когда у нас был такой проект, такой прям очень классный, мы хотели его продвинуть, мы хотели, там еще был год молодежи, по-моему, мы сейчас пойдем, скажем, думали, скажем, пойдем, а сейчас в Акимат там и покажем, сделаем такое классное слайд-шоу, представим, нас поддержат, дадут спонсорство, потому что сейчас, на тот момент, президент Назарбаев говорил, типа, что вот нужно поддерживать молодежь. Вот наступает 19 марта 2019 года. Кто помнит, что случилось 19 марта 2019 года, мы читаем новость, Назарбаев ушел в отставку. Именно в тот день, когда мы хотели уже пойти и продвинуть этот проект за счет того, что мы хотим, ну, вот президент поддержит молодежь, вы должны поддержать, все такое, но опять же не получилось. Таким образом, мы, в общем, постоянно работали, искали возможность и что-то снимали и показывали нашей аудитории, потому что уже в то время у нас набиралась аудитория. И постепенно-постепенно мы так сделали. Вот Лера спрашивала насчет главного фильма в жизни, наверное. Мы смогли снять в 2019 году первый в Восточном Казахстане короткометражный боевик, триллер. Такого раньше там не снимали. Мы смогли это снять в Усть-Каменогорске. Это была тоже там очень длинная история, на самом деле, как мы ходили ко всем, во все места, нас просто обсмеивали. Вы собираетесь снимать боевик в Усть-Каменогорске? Совсем, что ли? И, короче, ну, никто не верил. Мы отсняли. Мы показали, собрали полный зал. Кинотеатр «Эхо» в 2019 году, в кинотеатре «Эхо» мы делали премьеру и собрали полный зал, забили просто. Затем, когда мы уже, фильм уже вышел в интернет, там трейлер везде показывался, да, в интернете, спустя некоторое время, вот мы уже подходим к этому главному фильму, когда вот в один момент нам позвонили Хабар, ребята с Хабара, работники Хабара, и сказали, вот мы о вас слышали, посмотрели ваш трейлер, видели ваше видео, ваши разные проекты. Мы хотели бы вас попросить, ну, типа, снять фильм. Специально такой конкурс там идет на Хабаре. Там нужно снимать про биографические истории известной личности. И про одну из них, которая живет в Восточном Казахстане. Мы хотели бы, чтобы вы сняли фильм. Наступает карантин. Съемки во время карантина очень сложно делать. Да? Ноябрь, очень холодно. Тем не менее, они выделили бюджет, это самый большой бюджет в моей жизни, я никогда бы не подумал, что такое произойдет. И тем не менее, мы смогли отснять, опять же, провели премьеру. Многие, кто сидит здесь, ну не многие, а работники библиотеки, Лера лично знаю, была, приходила, это фильм «Акторгын». Показали премьеру фильма, провели и, после того, как мы провели показ этого фильма, это же, опять же, ну, Хабар уже, авторские права уже принадлежат Хабару, то есть это их фильм. После этого мне звонят со Астаны и говорят, Алишер, мы бы хотели, чтобы вы у нас продолжили дальше с вами работать и чтобы вы снимали проекты. Сейчас я нахожусь в Астане и снимаю проекты для Казмедиа. Алишер, большое вам спасибо за то, что поделились своей историей. Это действительно безумно классно, что в нашей стране развивается данное направление и что конкретно вы его развиваете. Еще раз вам большое спасибо. Похлопаем нашему спикеру. Спасибо, что слушали.
И следующий наш спикер – это Припутько Никита. Никита занимается 3D-печатью на заказ. Он освоил эту область абсолютно самостоятельно. Наш участник является основателем студии 3D-печати Raycustom. И сегодня Никита расскажет нам о процессе 3D-моделирования, подводных камнях данной сферы, видах и областях применения данного направления. Да, здравствуйте. Я понимаю, что все уже устали. Мы довольно долго сидим, и перерыва у нас не будет, потому что мы задержались немножко. Сегодня я все-таки расскажу о 3D-моделировании. Я здесь не специалист, я на это не учился. Эта область была полностью получена мной путем самообразования. То есть я абсолютно самоучка. Я повар по образованию, в общем. Год назад я решил бросить все и повернуть свою жизнь на 180 градусов. То есть девушка говорит, составляйте план, вы напишите, чего вы хотите добиться там через год, допустим. Я приехал жить в Усть-Каменогорск, не получил через год того, что я хотел добиться. И в план я тоже не укладывался. Я подумал, а что я здесь делаю? Я бросил все и решил делать то, что мне хочется. Сейчас я работаю на мебельном производстве, проектирую мебель, собираю ее. И в целом мне просто нравится черчение со школьных времен, математика, физика. И когда я купил себе в игрушку 3D-принтер, для меня открылся еще мир 3D-печати и 3D-моделирования. Вам я хочу сказать, что 3D-моделирование – это реально перспективная область, в которой можно быть конкурентоспособным специалистом без специального обучения. Сейчас очень много курсов вроде Skill Factory, Geekbrains, которые могут предоставить обучение за небольшую сумму, причем в любое удобное для вас время. И там нет ничего сложного. К тому же научиться 3D-моделированию можно самому. Есть несколько типов моделирования. Моделирование есть техническое, есть художественное. Ну, на самом деле называется это параметрическое, полигональное, потом скульптинг. Скульптинг из названия понятно, что это те ребята, которые лепят модельки в специальных программах. Для этого прекрасно у нас подходит Blender, Maya. Для технического моделирования подходит SolidWorks. Это является стандартом в сфере технических разработок. И, в принципе, сейчас очень много куда требуются специалисты со знанием программы SolidWorks. Понимаете, нас окружают 3D-модели. Они везде. Вот это, прежде чем быть выпущено на заводе, была сделана модель. После этого по этой модели была смоделирована литейная форма, куда отливался под давлением это ABS-пластик. На самом деле мне очень удобно работать по вопросам, но я смотрю, публика у нас сегодня вопросов много не задает. Такая хорошая, мирная публика. Применение у данной технологии сейчас настолько обширно, что я даже не смог, готовясь к этой презентации, запомнить все применения этой технологии. Это кино, мультфильмы. Мультфильмы, например, сейчас на 100% состоят из трехмерной графики. Создание производства. «Газпром» запустил несколько лет назад программу по внедрению инновационных технологий в свое производство. Сейчас идет разработка 3D-моделей производств, прежде чем создаются их чертежи. Сначала они создают 3D-модель геологическую, пласта с залежами. После этого размещают 3D-модели скважин и смотрят, как лучше, обходя твердые участки породы,
максимально дешево пробуриться до места добычи. После этого также создают модели всех технических зданий, чтобы удобно посчитать смету. Прямо в модели меняют расположение труб различных кранов, зданий, располагают их максимально удобно, чтобы не возникало проблем на этапе самого строительства. Таким образом, у бизнесов получается сэкономить миллионы, а порой даже миллиарды условных денег. Я специализируюсь на техническом моделировании, так как у меня студия 3D-печати. Я был вынужден научиться создавать модели. Я делаю модели для людей на заказ, печатаю запчасти для бытовой техники, для автомобилей. И сегодня я хочу показать вам процесс непосредственно технического моделирования. Это несложная деталь, здесь порядка 20 элементов, и все выполняется довольно просто. Мне немножко не хватает, на самом деле, разрешения проектора. Самые внимательные уже заметили, что я прокрастинатор очень сильный, так как презентацию готовил вчера вечером. Изначально создается из, то есть чертеж на плоскости спереди. Расставляются размеры, то есть я провел осевую линию и от нее расставил размеры. Образмеривал я вот эту деталь. Это деталь от венчика планетарного миксера, и она была успешно уничтожена потом и отдана мне на починку. После создания эскиза я использую бабушку основания. Да, название прикольное, мне самому понравилось поначалу. Бабушка. Получается основа модели. Как вы видите, она не совпадает немножко по сечениям. Позже расскажу почему. Также этим эскизом я сразу сделал внутреннюю выемку в центре подвал. Следом создается эскиз. Это просто прямоугольник, линия посередине. Заметьте размер одном из 12 лучей. По-моему, здесь 12. Нет, 16. Создав один прямоугольник, я размножил его при помощи линейный массив. В подвкладке есть круговой массив. И относительно центральной точки он создает нужное мне количество копий. Отсюда же делаем вырез из первого эскиза. То есть я сделал вытянутый вырез из полного эскиза. Извиняюсь. И следующим маленький квадратик у меня был. Я прорезал его до самого низа. Тем же круговым массивом размножаю этот элемент. Получаются множество вырезов. После этого делаем скругление, выделяя необходимые нам грани. Прям непосредственно по ним кликая мышкой. Так. После этого я нарисовал крепежный элемент снизу. Хотя методологии работы бывают очень разные и разнятся вот буквально от мастера к мастеру. То есть кто-то мог сделать нижний элемент крепления тем же первым эскизом, который я повернул. По сути, сразу бы получился цилиндр снизу, и уже бы к нему можно было что-нибудь приделать. Но мне нравится работать по порядку. Здесь, как вы видите, помимо основного эскиза, я создал сразу сектора. Прямоугольник, который поделен на сектора. Позже увидите, зачем. Мы вытягиваем его при помощи инструмента «Вытянутая бабушка основания». Дальше после этого я из этого же эскиза, из основного, делаю выемку путем выреза. Здесь есть посадочное отверстие под гайку М8.
Вот я использовал те самые сектора, которые были заблаговременно сделаны. Сектора я вырезал из плоскости эскиза вверх, создав вот это вот отверстие крепежное. Также вырезал выемку под сам штифт. На валу есть выпирающий элемент металлический. И когда мы одеваем деталь, мы ее немного поворачиваем. Таким образом, она фиксируется в финальном положении. Добавляем скругление. Вообще в моделях делаются скругления для красоты, но в моем случае это не только для красоты. Я делаю скругление, чтобы кинематика моих принтеров не страдала на резких поворотах. Потому что если углы резко остановиться и развернуть в другую сторону на 90, на 150 градусов, при скруглении углы получаются плавными, и принтеру не нужно тормозить, что значительно увеличивает скорость печати. Опять же, оригинальная деталь сломалась вот в этом месте. Вот она. Поэтому я добавил толщины, и помимо толщины еще добавил скругление в 3 мм радиусом для большего увеличения площади слоя. Так как печатаю я технологией FDM печати, то есть послойного направления на наплавление слоев, мне нужно увеличить площадь склеивания слоев между собой для повышения плотности. Уважаемый спикер, извините, помним про 10-минутный лимит. А я что, уже тратил свои 10 минут? Да, близко. Хорошо. После этого к этой плоскости я создаю перпендикулярную плоскость, на которой рисую эскиз полукругом, который выдавливаю вовнутрь, и у нас получается финальная модель. Кстати, она у меня с собой. Кому интересно вообще? Кто-нибудь поднимите руки, я дам поразглядывать модель. Вот, взгляните, что под 3D-печать я перерабатываю модели и каким именно образом. То есть они становятся где-то толще, где-то добавляются скругления для большей прочности. И моя задача сделать 3D-модель такой, чтобы она подошла к самому агрегату, не цепляла за его части внешние, при этом была прочнее, чем оригинальная. Потому что при помощи технологии 3D мы можем делать все. 10 минут вышли. А вопросы есть? Давайте я отвечу на пару вопросов. На кого? На 3D-печать? Полгода назад я купил свой первый принтер. Распечатал игрушку с сайта Thingiverse. А потом понял, что у меня не хватает деталей для этого принтера. Мне пришлось эту деталь смоделировать, напечатать для него. Потом я уже понял, что мне не хватает материалов, которыми я могу печатать. Я купил второй 3D-принтер. И сейчас у меня несколько 3D-принтеров. Это два. Да, но... В общем, учиться недолго, несложно, но главное знать базовый навык – это черчение и снятие размеров. То есть размеры все снимаются штангенциркулем, иногда транспортиром нужно замерять углы. Что в целом вообще несложно. Как вы видели, у меня всего 17 слайдов, за которые я вам показал моделирование такой полноценной детали, как кронштейн-винчика. Еще вопросы? Какой-то конкурентный вопрос. Конкуренты пробивают базу, да? Да, заказов много. То есть я успеваю моделировать в свободное время, но не успеваю их печатать. Сейчас я задумываюсь о расширении парка станков. На 3D-моделирование времени уходит тем меньше, чем больше ты этим занимаешься. Изначально я моделировал просто детали из Google картинок, брал чертежи деталей и по чертежам моделировал трехмерную модель. Соответственно, сейчас я вот эту модель, которую я вам сегодня показал, я смоделировал ее за 40 минут.
времени на печать уходит тем больше, чем модель сложнее. Куб массой в 100 грамм напечатается быстрее, чем модель девушки массой в 100 грамм. Потому что модель девушки намного сложнее. Там много откатов, много перемещений. Принтер старается обходить напечатанные места, чтобы их не попортить. Это тоже все настраивается отдельно в программе, которая называется слайсер для нарезки. Краш-тест. Сделай краш-тест на самом деле. Оригинальную деталь ломать нет смысла, она уже уничтожена. Вот эту деталь, ну, я не знаю, попробуйте сломать. Эту ломать самую тонкую часть, вот эту. Парни, ну у кого дури хватит? Ну-ка. Попытайтесь. Это модель, которая оказалась недостаточно подходящей для заказчика. Я принес модель заказчику, заказчик попросил ее исправить. Я модель исправил, ему отдал новую, у него забрал старую и принес ее сюда показывать вам. Прочность гарантируется от методики 3D-печати. То есть вот этого скругления, его нет в оригинале. Оно добавлено только для увеличения прочности. Опять же, в оригинале вот здесь виден просвет очень большой. Потому что китайцы экономят пластик всегда. Мне же экономить пластик смысла нет. Я делаю детали для этого прочными. Не сломали, да? Определенно, да. Опять же, это кино, это производство автомобилей, производство любых деталей, вещей, техники, которая нас окружает. Телефон у каждого в кармане – это то, что было предварительно сделано 3D-моделью. Берут, делают 3D-модель айфона, отправляли ее Джобсу. Джобс смотрел на нее, говорит, нет, плохая модель, не инновационная, сделайте челку. 3D-моделист делает челку, Джобс такой, у вас есть айфон. Хорошо, большое спасибо за ответы нашему участнику. И последний наш спикер – это Рамиль Кабдуалиев. Он является ментором и наставником проектора «Медаль Елбасы», методистом в Центре повышения квалификации «Устас Проб». Давайте, он записал специальное видео для сегодняшнего нашего мероприятия. Давайте посмотрим. Век живи, век учись. Эта старая истина как никогда актуальна на сегодняшний день, когда мир вошел в период турбулентности и нестабильности. Даже был придуман специальный термин – непрерывное обучение, который, думаю, многие из вас слышали не первый раз. Это уже не просто девиз, это целая философия, помогающая не только выживать в постоянном меняющемся мире, но и стать успешным. Наличие диплома престижного университета больше не является панацеей для безбедной жизни. Да, конечно, хорошее образование закладывает качественную основу, но без умения подстраиваться под новые обстоятельства оно может оказаться бесполезным. Причем важно не только все время получать новые навыки, но в первую очередь следует научиться выявлять свои недостатки и заполнять эти пробелы. В качестве яркого примера можно привести компанию, которая долгое время являлась безоговорочным лидером по продажам мобильных телефонов. Однако нежелание следить за новыми трендами и продолжать работу над усовершенствованием своей продукции привело к краху компании, от которой она до сих пор никак не может оправиться. Во многих развитых странах существует большое количество разных программ, направленных на постоянное саморазвитие в течение всей жизни. Поэтому очень важно всегда держать нос в ветре, следить за развитием новых трендов и учиться чему-то передовому, которая может стать более прогрессивным, более конкурентоспособным. Да, на первый взгляд мы все учимся. Мы все как-то связаны с школой. Мы сами ходили в школу, колледж, университет. Или же у нас есть дети со школой, которые они и мы связаны. Но что есть саморазвитие? Я хотел бы показать вам пару наглядных картинок. Перед вами две картинки класса в 16 веке и сейчас, в 21 веке. Заметили разницу? Ее нет. А на обоих изображениях вы видите регулирующее поведение на уроке. Подстраивается под среднестатистического ученика и воспитывает некое среднестатистическое поведение и отношение между ними.
Пятерку всегда получит тот, кто выполнил все задания, сдал все тесты и максимально часто поднимал руку во время урока. А теперь посмотрите на то, как поменялось рабочее пространство. Если в XVI веке все еще было важным регулировать поведение на работе, то сейчас рабочее пространство носит сервисный характер. Большинство профессий развивается в цифровом пространстве. Пандемия коронавируса тому доказательство. Это говорит нам о том, что регулирующее поведение на уроках несопоставимо с теми требованиями, с которыми человек сталкивается в своей взрослой профессиональной среде. Это работа в коллективе, работа над отношениями, разговор, работа самостоятельно и дистанционно, ответственность и системное выполнение задач. Нужны новые правила и новые возможности, которые позволят человеку быстрее адаптироваться к тому миру, в котором он будет жить и работать. На своем личном опыте работы я могу уверенно сказать, что способность к постоянному обучению, переобучению и адаптированию помогли мне стать более гибкими, что позволило мне работать с теми людьми и в таких ситуациях, которые изначально не были заложены в моем дипломе. Сейчас я задействован в качестве ментора в самом масштабном республиканском проекте для детей и молодежи. Принять участие могут ребята с 14 до 29 лет. Проект абсолютно бесплатный для ребят и развивает лидерские качества, ответственность, гибкие навыки молодого поколения. Учит как можно больше молодых людей ставить цели и достигать их. Мы развиваем такие навыки, как коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа. Их еще называют навыки 4К, то есть навыки будущего. Каждый участник проекта связан со своим ментором, задача которого на личном опыте и примере привить любовь к саморазвитию и непрерывному обучению. Во время проекта ребята выпадает шанс пройти более 10 видеокурсов по саморазвитию, пройти международный тест на профориентацию, получить книги для чтения, и самое приятное – это стать обладателем вот такой настоящей республиканской медали за саморазвитие. И я очень уважаю таких ребят, которые находят свободное время и заполняет его тем самым образовательным контентом, который в будущем будет работать на них. В завершении своей речи я бы хотел вам напомнить знаменитые слова основоположника теории эволюции Дарвина. Выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. И эти изменения сейчас можете осуществить именно вы, благодаря участию в различных образовательных программах и проектах. Объединяясь с правильными людьми, посещая правильные и полезные места, у вас появляются невероятные возможности каждому внести свой вклад не только в свое саморазвитие, но и внести частичку себя и стать частью большего, которое повлияет на видение нового взгляда и формирование менталитета 21 века. А сейчас мы хотели бы вручить сертификаты нашим сегодняшним участникам. У нас остался только один наш офлайн-участник. Онлайн-участникам, онлайн-спикерам, не волнуйтесь, мы обязательно вышлем диджитал-версии ваших сертификатов. Тоже хотели бы вас поблагодарить за сегодняшнее присутствие. Ждем нашего офлайн-участника. Хотели бы наградить его сертификатом за сегодняшнее участие. Это Никита Припутько, большое спасибо. Угу. Может быть, многие профессии, которые есть сейчас, в будущем просто модернизируются, будут связаны с как раз-таки компьютером и информативной сферой. Угу. Мы желаем всем ищущим определиться с той самой профессией мечты, которая будет радовать вас и вдохновлять, а всех уже нашедших такую профессию все больше и больше углубляться в данную сферу. Еще раз большое спасибо всем участникам и зрителям. До свидания.